Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств. В ходе торжественной церемонии во дворце Аккорда верительные грамоты главе государства вручили послы Австралии Грэм Михан, Кипра Андреас Зинонос, Конго Давид Мадука, Маньямы Коко Шейн. Президент Казахстана поздравил их с официальным вступлением в должность и выразил готовность к дальнейшему развитию дружеских отношений с их странами. Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов в их благородной миссии и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств и правительств. Так я являюсь первым посол Конго, который вручает верительные грамоты в этой стране. Дипломатические отношения между Казахстаном и Конго были установлены 20 лет тому назад. Вручение моих верительных грамот – это еще одна возможность для начала дружеских отношений и сотрудничества со страной, которая занимает большое стратегическое место в Центральной Азии.